Жена мужу говорит, Вася, ты не представляешь, как я не хочу идти встречать Новый год к Ивановым. Как я не хочу встречать Новый год, идти к Ивановым. Он говорит, Маруся, ты думаешь, я хочу? Маруся, ты думаешь, это я хочу? Я хочу? Ничего подобного. Ничего подобного. А ты представляешь, как они там все обрадуются, когда узнают, что мы не пришли? Нет, Марусенька, надо идти. Поэтому...